Новосавиновский районный суд Казани вынес приговор 36-летнему местному жителю, который насиловал свою малолетнюю падчерицу на протяжении 7 лет. Как доказали в суде, все началось в октябре 2010 года, когда потерпевшей было 8 лет. Но рассказать обо всем матери девочка решилась только в апреле 2017-го. Тогда же мужчина был задержан, причастность к преступлению он не признал. Однако его вину доказали судебно-медицинская, психолого-психиатрическая экспертиза, а также результаты психофизиологического исследования ребенка, от прохождения которого мужчина отказался. По итогам расследования ему было предъявлено обвинение в 165 эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.